День рождения школы – это особый праздник, объединяющий выпускников, учителей, школьников и родителей. В этом году свой значимый юбилей – 60 лет – отмечает 7-я школа, воспитавшая не одно поколение успешных учеников. Вот уже 60 лет звучат заливистые звонки в школе номер 7, приглашая мальчишек и девчонок за парты, отправляя их в чудесный мир знаний, ярких впечатлений и открытий. Выпускники прошлых лет с радостью сюда возвращаются, чтобы хоть ненадолго ощутить себя в беззаботном детстве, пообщаться друг с другом, увидеть родных учителей. На празднование 60-летия школы выпускников, педагогов, детей и родителей с такой значимой датой поздравила директор Елена Черкова. Мы рады, что такие замечательные люди учились в нашей школе. Хотелось бы, чтобы вы приходили в стены родной школы. Очень рада, что у нас 48 родителей, выпускников, чьи дети сейчас ходят в школу. Это тоже здорово и замечательно, что вы приводите сюда своих детей. Поздравить педагогический коллектив, учеников и родителей с юбилеем школы пришло много почетных гостей. Среди них выпускники, ветераны педагогического труда, представители районной администрации. Разные школы бывают, разные руководители бывают, и 7-я школа, она претерпела ряд изменений кадровых, но та уютная обстановка, когда оказываешься здесь в стенах именно 7-й школы, она присутствует здесь всегда. Это говорит о том, что те выпускники, те ученики, которые учатся здесь и выпустились уже много лет назад, они все-таки помнят о том, как им было здорово в стенах родной школы, а это, поверьте, всегда остается именно здесь, именно в этих стенах. От главы района Романа Синеговского школе был подарен сертификат на приобретение спортивного оборудования. Праздник продолжался до позднего вечера. Получился он добрым и по-домашнему уютным, таким, как и сама школа. Анна Монастыренко, Игорь Ванчугов, программа «События».